первая тренировка совместная нашей полукоманды в дождь. К воскресенью готовимся. Ну, тяжко. Мы только начали. А мне уже тяжко. Если финиш наш. Всем привет! Все, я на рубеже. Сейчас ищу свою команду, попробую найти команду и побежать. Вот пока мы Саньку только встретил с индиката. Санька, как ты заряжен на бой? Все. Всегда готов, как Гагарин и Титов. За первое, второе будем биться, да? Да. С последней, снизу. Вы хоть улыбнитесь. На победу заряжены. Выбежали. Команда держит. Можно. Жарко, 27 градусов. Делись потеплее. Так вот видишь, походит. А там барышня помогаем. Друг друга поддерживаем. Ты приходишь? Нету. Жень, не надо. Жень, не сама. Иди за мной. Женя, ты сможешь, давай! Сами сможете? Да. Раз. Раз. Три. Ты что, как, заряжены? Конечно, бегом, давай быстрее! Я помогу сейчас по-честному, пройду. Тут просто башмаки скользкие. Пардонте. Двумя руками держи за меня. И шагай как 40. Уходи вперед, быстрее, уходи. Посерединке надо. А, да, конечно, можно. Дальше надо. Так, давай покажу, где ты полез. Что? Можно по земле сказать. Камень! Да я иду я. В туризме 100 лет, что мне это? Я бы с рюкзаком 30 килограммовым это что-то бегу. Это чуть медленнее. Надо, Юля, бери, подними. Все, элементы придавим. Водичка, огонь. Главное, я сильно. Нормально. О, он плывет быстрее меня. Не спеши, идем вот по легкому.
Ты как? Бодрячком? Побеждаем? Ну, отлично. В общем, бежим. Ничего пока сложного не было. Была холодная вода. Ты сможешь ты все? Сможете, девочки, помните, давайте. Все получится, Жень, не надо шапки. Не надо бояться, просто трубу обхватила и все. Вон, видишь, наша лезет, лезешь, знаешь.